жестче. Так. То же самое. Здесь и здесь. Есть разница? Здесь. Здесь чувствительнее, да? Окей, теперь вы двое идите гулять туда подальше, за дверь. За дверь. За дверь. За дверь. Да, вот там, где кресло, на лестнице, посидите, подождите, мы вас позовем. Так. Сейчас мы за ним уйдут. Да, закрой, закрой, я на лестнице. Так, дорогие мамы, открывайте, пожалуйста, номер 6. А? Нет, нет, номер 6. И с этими листочками, с номер 6, идите ко мне, обе мамы, сюда, пожалуйста. Thank you.
расстоянии. Они могут хоть в Америке находиться. Эффект будет точно такой же. То есть вот эта область между лопаток, в частности вот эти вот точки, это то место, откуда у нас должны расти крылья. И эти крылья, любящие нас люди, своими страхами, переживаниями, волнениями. А как только вы им послали вашу уверенность вместо ваших страхов, крылышки расправились. Понятно, как это работает? Причем еще раз говорю, на любом расстоянии. Еще же не было никакого гипноза, никаких трюков. Я не занималась рейки, я им ничего не шептала на ушко. Вы видите, все было чисто. Народ ушел, вообще не знал, что с ними делаем. Пришли, и все сразу стало хорошо. Вопрос.